комбайны к следующей уборке, дорогие, вот вы оба отвечаете, должны быть не хуже немецкого. И John Deere, по-моему, покупаем в Америке, да? Да. Вот не должны быть хуже. Я тебя предупреждаю по качеству. Категорически передай каждому мастеру и рабочему. За качество будем, ну, просто жесточайшим образом спрашивать. Жесточайшим. Конкуренция сейчас страшная. Ты это чувствуешь больше, чем я. И она каждый год усиливается. И это надо требовать. И локализация. Возить импортные сюда детали и собирать комбайны, хвастаться потом, нам это не надо. Мы сами это должны производить. И это ваша задача.